Всем зрителям, подписчикам канала «Уральская усадьба» привет! Сегодня у нас 27 октября 2017 года. Построили мы теплицу арочная крепыш шириной 3 метра, длиной 6 метров. С одного торца у нас установлена разрезная дверь-форточка. С другого торца форточка. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 20х40. Поэтому называется крепыш. Сверху приварен усилитель. Сама конструкция стоит на брусе 100х100. Брус пропитан антисептиком. Закреплен к земле с помощью колышков. Также для большей жесткости каркаса установлены диагонали укосины. Поликарбонат у нас 4 мм, 0,7 плотность. Данная теплица, она отличается большей выносливостью по сравнению с арочной. Ей, в принципе, не страшны никакие ни ветровые, ни снеговые нагрузки. Жесткий каркас обеспечивает прочность хорошую. Вот на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!